На Чукотке проходят отборочные соревнования для участия в финале 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». В этом году в дистанционно-очной форме по 4 компетенциям на 2 площадках северо-западного техникума города Билибино и многопрофильного колледжа. Сюжет Арсения Гусева. Студентке Чукотского многопрофильного колледжа Алине Старенко предстоит нелегкое испытание. За ней наблюдает технический специалист, компатриот и 3 веб-камеры. В Ярославском центре управления соревнованиями расположились эксперты, которые внимательно следят за каждым действием и решением девушки. С 1 по 20 августа в Чукотском автономном округе проходят отборочные соревнования «Молодые профессионалы России», WorldSkills Россия, для участия в финале конкурса. Обычно на отборочные соревнования в финал студенты разъезжались по городам России, где состязались в разных компетенциях за право показать свое мастерство на международном уровне. В этом году COVID-19 нес свои коррективы. Пока сложно сказать, как новшества 2020 года скажутся на результатах молодых специалистов Чукотки. Главный недостаток дистанционного проведения всероссийского этапа – отсутствие общения между участниками из разных регионов. Чемпионат проходит в этом году в дистанционном формате. Если в прошлом году мы ездили в Ярославль, принимали участие очно, то в этом году все чемпионаты, все регионы проходят отборочные соревнования у себя на местах, у себя дома, в домашних регионах. Состязания по преподаванию в младших классах, дошкольному воспитанию и веб-дизайну пройдут в Анадыре на базе Чукотского многопрофильного колледжа. Мастер поварского дела пройдет испытания в Билибинском техникуме. В первый день в 19 регионах России одновременно молодые профессионалы приступили к выполнению упражнений по компетенции преподавания в младших классах. У нас участник выполняет задание. Сегодня у него первый день, самый сложный день, потому что сегодня ему предстоит выполнить 4 задания. На это все у него 4,5 часа. И по итогам выполнения заданий ребенок в дистанционном режиме с волонтерами в формате видеоконференции будет проводить урок, фрагмент урока. Климаков Сергей уже второй раз становится участником профессионального чемпионата. В прошлом году он занял на региональном этапе 3 место. Сейчас провел большую подготовительную работу и стал первым на Чукотке в компетенции дошкольного воспитания. Сергей, как никто другой, знает, что дает участие в WorldSkills Russia. То, что у меня трудоустройство, может быть, сразу, потому что выдается специальный паспорт WorldSkills, также улучшить свои знания. В 2020 году перед нашими студентами стоит задача проверить свои профессиональные знания и умения, а также доказать, что с каждым годом уровень подготовки участников с Чукотки растет. Арсений Гусев, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.